Фишки, ребятки, с вами Лекс, мы продолжаем играть в Супроленд, и в данный момент как раз-таки бежим в следующую локацию. Кстати, у нас предыдущая локация так и не пройдена, я не знаю, можно ли туда вернуться, но по сути я могу поставить кубик и сделать двойной прыжок, правильно? Значит, можно там еще посидеть, посмотреть, что там такое есть. О, кстати, чувачок, а я тебя не видел. Эй, чой, 5 осталось, в этом направлении есть еще одна ракушка. Ого, ракушки он собирает. Я думаю, что это такое собрал? Это, кажется, ракушки были. Ну окей. Потом, если найду, тебе обязательно скажу. Удачи тебе. Ага, а это домик какой-то. Я открою эту хижину, если ты принесешь. Ага, вот он как решил. Смотри, здесь даже был... О, ворота здесь были. Это, возможно, ворота как раз таки ведут в предыдущую локацию. А может быть и нет. Смотри. Арбалет. Ой, кто? Нет. Ай, ой, кто? Кто стреляет в меня? Я еще возьму, съем фрукты, никто не будет стрелять, понятно? А, так это... Понятно, кто стреляет. Там кто-то сидит внутри. Выходи давай. Следит он за мной. Ура. Я справился. Все, пока-пока. Доигрались. Я даже фруктики съем. Видите, здесь специально они поставлены. О, уже какая-то интересная пещера. Эти камушки не разобьешь. Там что-то есть, смотри-ка. О, красный камень какой-то. Может быть, его взять можно? Главное, здесь просто желтый повсюду, а здесь именно красный. Нет, его взять нельзя. Но секретик-то я нашел. Опа! Телефраг силового куба. Следующий уровень сражения. Создайте куб внутри врага, чтобы убить его. Офигенно! Как же это облегчает все, да? Максимально облегчает. Кто? Давай, давай, иди сюда. Зачем мне драться с ними? Зачем с ними драться, вы мне скажите? У меня есть такая суперспособность. Я буду тут еще тратить время их пинать мечом деревянным. Мне что, делать нечего? Тот момент, когда у меня есть такая сила. Богатырская, блин. Оп. 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 Вот и все. Ребят, вы не на того напали, походу. Я понимаю, что вам кажется, что я слабенький, с деревянным мечом бегаю, совсем сумасшедший. С ума сошел. Но нет, это не так. Это что такое? Это какие-то камушки опять. Я могу забраться здесь, это было сразу понятно, сразу видно. Но. Куда я заберусь-то в итоге? Так, могу туда еще сходить, там монетки. За монетками, ребята, я готов сходить куда угодно. Смотри-ка. Какая-то платформа какая-то была. И куда она... Ой! Посмотри, сундук куда спрятали. Посмотри, как его спрятали, а. Плюс здоровье. Вот это я понимаю. Увеличено на 5. Вот это супер. А я могу отсюда запрыгнуть, кстати? Не могу. Не, по сути могу. Если бы я с кубика прыгнул, мне кажется, я бы допрыгнул без проблем. Смотри, там какое-то здание. Какая-то башня гигантская. Ну окей, давай забираться опять здесь. Я, в принципе, других вариантов и не вижу. Может быть, вот этот камушек что-нибудь дает, да? Или он просто дает возможность забраться повыше? Не, не похоже. Ну это не похоже на то. А для чего мне все это тогда? А, ну здесь-то я точно могу забраться, правильно? Да, здесь-то я точно уже могу забраться. Хотя... Хотя нет, не похоже. Блин, а почему? А здесь-то... Чё у тебя здесь-то мешает, а? Давай отсюда пробовать. О, у меня просто съехало все. Чувачок, ты чего? Ну, вот я не понимаю, что нужно делать. Короче, может быть, стрельнуть нужно? Не, она ничего не делает. Непонятно, что это такое за кубик. Давай потом попозже сюда заберемся, потому что у нас есть еще места, в которых мы можем походить. Давай, кстати, здесь еще посмотрим. Повыше заберемся. Чпонь. Нет, не хватило. Не, здесь ничего нету тоже. Здесь ничего нету. Абсолютно пустота. Никаких секретов вроде бы. Никаких проходов интересненьких. Но мы и так два секрета здесь нашли. Что я еще пытаюсь здесь найти, если в одном месте буквально, да?
Видели здесь два сразу секрета. Что вот это за штука? А, я мог сюда вот эту штуку поставить, точно. Я мог спасти свою задницу и не получить урон. Прикинь. Вместо этого я просто стоял, получал урон и крутил эту фигню. Да уж. Тена. Ну, давай вернемся. Действительно. Я просто хотел вообще вернуться в начальную локацию свою, с которой я пришел. И вот у меня почему-то нет уверенности в том, что у меня это получится. Здесь мы забрали все. Потому что мы отсюда упали. А как обратно вернуться, я лично не понимаю. Вообще, можно ли это вообще сделать? Не. Давайте, ладно, попробуем пойти дальше. Пойдем дальше. Потому что есть еще куда идти. Там, возможно, как раз таки найдем какой-нибудь проход. Ой, запутался. Ой, а ты кто? Шапка искателя приключений. Кто-то бросил кучу силовых кубов на голову искателя приключений. Отлично сработало. Бедняга Индиана Джонс, блин. Его раздавило, ребят, кубиком. Да уж. Печальная история. Печально. Он искал приключения, а нашел верную смерть. Так, а куда дальше-то идти? Не убивай. А, ты не можешь забраться. Красотень. Так, ладно, я не понимаю, как забраться туда. Здесь надо будет обходить, видимо. А, точно, надо будет обходить, точно. Так, ну давай тогда попробуем обойти. Давай посмотрим, сколько у нас урона. Значит, 29 написано, да? Сразу убиваем с одного удара. У него 25 жизней, у нас 29 урона. То, что надо, вообще идеально. Так, чувачок, ты мне расскажи, у тебя есть что-нибудь вокруг дома спрятано? Да вроде нет. А зачем ты здесь, ты нужен вообще? Ну, тоже какая-то странная вот это вот место. Не, зачем? Зачем оно здесь вообще есть? Неужели для того, чтобы здесь можно было запрыгнуть? Ну, только для этого. Я других вариантов не вижу. Гидрант там не нужен. Я не знаю, может быть, в будущем будет нужен, но сейчас точно не нужен. Видишь, там ведро зацеплено. Вот сейчас мы можем спуститься сюда. Пройти дальше, наконец-таки. Все равно сейчас лучше. Подожди. Не знаю. Могу ли я туда пройти? Не, не могу вроде бы. То есть у меня вроде бы способностей новых не появилось. Что здесь? Здесь у нас плохие текстуры. И ящичек. Плюс регенерация, да? Да, регенерация теперь на 5 больше. Ну окей. Не то, что я хотел. Скажу честно. И видишь, все. То есть мы пришли к концу. А, мы в любом случае мы пришли к этой крыше, видишь. Как-то так. И что это мне дает? Абсолютно ничего. То есть, как обратно вернуться, я не знаю. Как сюда пройти, я тоже не знаю. Видишь, ну как это возможно? С такой скоростью это ж невозможно. Может быть, я что-то здесь должен сделать. Стрельнуть куда-то, либо еще что-то поставить. Я понимаю, если бы у меня... А может быть, действительно, я могу просто сюда кубик поставить. И он скатится прямо под эту штуку. Давай проверим. Давай посмотрим. Так. Жмяк. Да? Офигеть. Секретная зона. Это, видишь, секретная зона еще оказывается. Какие-то... Что это такое? Камни какие-то непонятные. Световой меч! Теперь ты можешь уничтожать деревянные надгробия и прекратить респаун из них. А зачем? Зачем мне это уничтожать? Вот это непонятно зачем, на самом деле. Потому что в какой-то степени... Ой, я могу открыть, наверное. Да, я могу полностью открыть. А он не закрывается потом? Нет? Круто. И просто в какой-то степени, да, я сейчас буду уничтожать надгробие, там не будет больше этих скелетиков появляться, и с них я не буду уже получать, получается, монет. Вот что самое странное. То есть я, можно сказать, лишаю себя... А, это каменные надгробия. Я лишаю себя только каких-то определенных, вот, к примеру. Так там денег, смотри, сколько. То есть имеет смысл, ладно, возвращаю свои слова обратно. Видишь, проверил все и оказалось совсем наоборот.
Ну, пошли в следующий мир, что сделать-то? Деревянное надгробие я бы, конечно, поразбивал. Только знать бы, где они. Ладно, побежали в следующий мир, действительно. Здесь мы вроде бы все сделали. Все выполнили. Теперь имеет смысл просто идти искать следующие миссии. Ой, столько всего пооткрывали. Просто иди к королю с деревни с синих. У меня вот миссия. В принципе, я так это и знал, туда и, в принципе, и собирался. А, мы вернулись все-таки обратно. Давайте попробуем. Угу, супер. Почему я не допрыгнул? Да упади. Вот. Я к чему веду-то? Может быть, я что-то я забыл? Честно, выглядит так, как будто здесь ничего не забывал. Там, может быть, монеточки какие-нибудь есть. Ну, здесь мы спрыгнули, да, и там уже мы в том мире. Ой, непонятно, короче. Непонятно. Вот эту штуку я вертел. Да, это чтобы открыть, видимо, вот эти ворота. Ну так-то, ребят. Я-то думал то, что мы найдем что-нибудь интересное. А мы, оказывается, возвращаемся обратно. Ну ладно, там в любом случае чувачок где-то должен стоять, правильно я ведь говорю? У меня, типа, еще тут даже 120 монет есть. Чувачок, который должен отвезти нас к королю синих. Он где-то должен стоять. То есть он нас ждет. Ой. Ничего себе. Ребят, надо валить. А он не убил его, прикинь. Да, босс ты. Офигевший, конечно. Больно бьет, больно бьет. Ты видел, какие у него атаки неприятные? Я думал, то, что я его уничтожу вот такой вот штукой. А ему пофиг. То есть там какой-то урон наносится, но не убивает его. Да, стреляй, конечно, у тебя получится. Так, уберите кубик. Я должен сломать надгробие. Так мало монеток получилось, если честно. Так, здесь опять какая-то пропасть. О, здесь ее можно открыть. А для чего? Для чего ее вообще открывать? Так, могу ли я закрыть вот эту штуку вообще? Нет, разницы как таковой вообще нету. Здесь я могу стрельнуть в любом случае, это я знаю. Вау! Офигеть! Вот это норм. Прикол. Вот это супер ускорялка, конечно. Вот тебе через все карты, можно сказать, сразу провели тебя. Но я не вижу смысла туда идти, потому что здесь есть еще места, в которых мы не бывали. Но у меня еще полностью все равно не набрано количество денег, чтобы возвращаться. Покупать что-либо. И мы самое печальное, что не нашли до сих пор ни одной бочки. Вот что самое такое неприятное. То есть где их искать? Где их прячут, эти бочки? Здесь что такое, тоже непонятно. Что это за место такое? Какие-то трубы. А, я в трубах могу ходить. Ничего себе. Я думал то, что я слишком большой, на самом деле, для труб. То, что я не буду помещаться. Но это, видишь, нифига. А, вон написано, кубик наносит 90 хп. Мне только сейчас дошло до меня. Так, вот это что такое? Могу подняться? Там, видишь, наверху ключик. Нам нужно открыть пропасть. Окей, давайте так и сделаем. А возможно, мы через пропасть как раз-таки сможем телепортироваться? Но это не точно. И здесь через эту трубу я не могу пробраться. Давай опять забираем сюда. Сейчас будем смотреть, как можно это сделать-то все. Может быть, я отсюда могу забраться? А может быть, оттуда? Смотри, мы можем, по сути, забраться сюда. Так, хоп. Не можем. Отмена операции. Смейтесь, я скоро приду за вами. Так, ну и чё? Ага, может быть, просто эта штука мешает нам? Может быть, через нее перепрыгнуть как сбоку нужно? Давай попробуем. Чё? Эта штука, она прозра...
Я сквозь нее прошел. Издевательство. Ха-ха-ха-ха. Ну я по сути допрыгиваю, это 100%. Я уже понял. Во. Взяли ключик. И вставили ключик. Ой-ой-ой. Там, ребята, видимо, будет что-то интересное. Ну, давай попробуем, рискнем. Видал, какой дал? А где двойной прыжок мой? Почему был только один? Он не работал. Ну, вы сами видели. Я не обманываю. Ну, сейчас я сам умер, потому что, видишь, поздно поставил блок. Жесть какая-то. Ничего не вижу, помогите. Где я? Что здесь происходит? Страшная пещера. Я надеюсь, с секретами, потому что хочу секреты найти. Без секрета такие пещеры мне не интересны. Сейчас какой-нибудь скример вылезет. Тогда будет вообще супер интересно, да? В скобочках будет полная задница. Будет действительно страшненько. Ну не знаю, здесь вроде бы секретов не было. Действительно ли это так? Фиг знает. Может быть внизу были секреты какие-нибудь. О! Шляпа маленького искателя приключений. Это, ребята, знаете кто? Это отсылка на Линка из игры «Легенда о Зельде». О, урон мечом плюс 10, вот это я понимаю. Сразу 10. Сначала было 2, потом 5, я удивлялся, а потом уже 10 сразу. Да, 10 это уже посерьезнее гораздо. Проходим. Прикольная, кстати, пещера. Интересно, она нас куда увидит-то вообще? Ой, а где это я? Ой, это то самое начальное место. Сундук. Там сундук, ребят. Я не знаю, возьму я его, попробую. А, здесь, наверное, проход будет. Видишь? Это начальная точка. Здесь, оказывается, были секреты. Ну, видишь, мы сюда возвращаемся в любом случае, так что ничего страшного. Ой, здесь даже проход еще один есть. Вот это да. Здесь даже кубик не нужен. Жесть. Спрятали, конечно. Просто невероятно. Ну, это мы на начало самое приходим. Здесь мы все... А, здесь пройти, видишь, нельзя. Заколотили проход. Вот гады. Давай обратно вернемся тогда. Здесь-то ничего не заколотили вроде бы. Но зато здесь вот досочки какие-то. Но мы тогда вроде бы не могли ломать, да? Когда мы первый раз пришли. Ну да, мы вернулись домой. Видишь, эту штуку нельзя взять. Вот я хочу все ведерко взять, может быть, воды наполнить. Опа. Здрасте. Ну, вроде труба работает, чувак. Вот у него были ведра. Ну, видишь, они никак нельзя им воспользоваться. Плюс 10 урона за 65. Эх, братан. Где бы взять бочечки специально, чтобы новые улучшения получить? Ну, давай посмотрим, что у нас здесь было. Здесь у нас был вроде момент, когда... Чувачок просил кристалл. А где я кристалл-то возьму? Всего один кристалл. Кристалла нету, чувак. Нету, нету. Можешь не спрашивать. Здесь мы тоже были. Если про воду он говорит, где я возьму воду, я не знаю. Как воду? Я знаю, что там что-то вот наливается. Это вода ли? Вот что вопрос. Здесь вот. Наливается и все. Я понимаю, если бы я мог носить с собой ведро. Я ведра не вижу никакого. А может быть этот блок? Он какой-то особенный. Давай попробуем. По крайней мере попробуем. Может быть я смогу из него сделать воду. Давай проверим. Опа. Активируем. Ой-ой-ой-ой-ой. Посмотри, да, что произошло. Он превратился в водяной блок, я так понимаю.
Ща несу, не беспокойся, все будет. Твой мини-миксер, или не мини, лучше сказать, а гигантский доисторический миксер. Сейчас все получит. Опа. Накидаем листьев. Работает? Что-то изменилось? Здесь ничего не изменилось, здесь нет никаких листьев. Нет никаких листьев, чувак. О! О! По-моему, работает. А что это дает? Плюс 10 здоровья. Ой, чувачок, ну ты выручил, спасибо. А вот эта штука зачем? Эта штука же тоже должна активировать. Она, видимо, для следующей локации уже, для супер поздней. Офигеть. Не встать. Это что такое? Здесь проход закрыт. Но здесь-то есть секретка, которую я раньше не замечал. Еще плюс какое-то количество, плюс 5, видишь? Просто на ровном месте, можно сказать, находим эти секреты. А если я так сделаю? Здесь есть какой-нибудь секрет? Просто на ровном месте. Ну вот и секрет. Вот и секрет. Я же говорил, что-нибудь будет. Столько секретов просто на квадратный сантиметр в этой игре. Это интересно. Вот, смотри. Здесь белое вообще. А почему оно здесь не вытекает? Интересный вопрос. Это очень странно, на самом деле. Так, здесь точно никого нет, никто не спрятался. Давай под... А здесь нельзя ходить, видишь? Как сделали. Ну ладно, здесь больше ничего и нету, я так понимаю. Я не знаю, если я здесь еще какой-нибудь секрет найду, я офигею. Здесь, в принципе, наверху такое ощущение, как будто есть какое-то помещение, да? Мы проверим. Ну да, наверху там чердак какой-то. По-любому там что-то есть. Только вопрос, могу ли я туда забраться? Давай проверим. У меня есть сейчас тройной прыжок, точнее. У меня есть возможность поставить блок. Даже отсюда можно... Хоп. Нет, залезть нельзя, вот в чем проблема. Если была бы способность для уменьшения, это было бы другое дело. Но такой способности-то нету. Здесь тоже закрыто, вот тоже. Интересно, может ли туда попасть? Неизвестно. Вот такие делишки, ребятки. Так, ну давайте тогда телепортируемся. Точнее, полетели на этой фигне. Здесь вроде бы я все активировал, что можно было активировать. Уи! Жесткая. И теперь мы здесь, в новой локации, в новом мире. Ты чё, трэш? Засранец, блин. Всем борзел. Так. Смотри. Кто? Я тебя даже не вижу, а ты стреляешь. Кто-нибудь видит его? Вон он. Вижу. Вот и все. Да больно стреляет уже по несколько раз. Не попал последним. О, привет. Это же Химен. Нифига себе, что ты здесь забыл-то? Волосы Химена. Ты украл волосы у легендарного воина Химена. По аккуратно постриженным кончикам ты можешь сказать, что он только что сделал прическу и, должно быть, споткнулся по пути домой. Очень грустно. Отвернувшись, ты замечаешь, что он выглядит глупо без волос. Сувениры погибших героев хранятся в твоем доме. Прикольно, слушай. Я так понимаю, эти сувениры могу потом надеть, напялить, да, как-нибудь? Надо будет вернуться домой, посмотреть. Потому что что-то я не обратил внимания. Мы по дому-то особо не ходили, если честно. Но там и ходить-то негде, по сути. Там очень мало места. Вот, смотри-ка, платформа какая-то. Я так понимаю, нужно ее включить. А как это делается? Включить? Ну вон, видишь. Но эта штука-то не нажимается выстрелом или нажимается? Да, видишь, выстрелом она не нажимается. Может быть, потом у нас блоки будут прилипать? Ну, я бы с удовольствием поискал, знаешь, что бы? Бочонков бы новых поискал. Которых здесь очень-очень-очень почему-то мало. Деревяшку сломали. Еще деревяшка. Сломали, деньги получили. Так. Это лава какая-то или что?
Ой, непонятно, ой, непонятно. Только сложностей. Так, сколько же времени я не успел прочитать? 6 часов, безумно звучит. Так, сколько же времени понадобилось ему, чтобы построить так называемую песочницу? 6 часов. Это вот пацану вот этому. Это что такое? Это мы что-то вставили. А, вот он. Нам нужно 3 таких луны найти, прикинь. Красные. Я надеюсь, эти ворота довольно надежны, чтобы удержать погремушку. Я тоже надеюсь, кстати. Я вообще надеюсь, что здесь все будет довольно-таки крепкое, чтобы можно было сдержать натиск пацана, если он звереет. Который построил это все. Так, ну и чё? И куда идти теперь? Я лично не понимаю. Нарисовано, что здесь можно пройти. Я лично не понимаю, как туда пройти. Как? Эта штука ничего не делает. Непонятно, ребят, непонятно. О, еще один. Плюс монетки. Здесь тоже для чего все это непонятно. О. Что это такое? А что мне здесь вставлять надо? Да, ребят, нужно стрелять. Но мне мощности, видимо, не хватает. А может быть, я ошибаюсь. Видишь, просто красным горит она. Заполняется, такое ощущение. Но не хватает мощности. Но это лишь предположение. То есть, в действительности, или мощности не хватает, либо чего-то другого. Я пока что не могу сказать. В лаву же я не буду залазить, правильно? В лаве, я думаю, тоже нечего делать. Ну, там мы были, везде мы были. Мы побывали с вами везде. Вон, монетки давай заберем, по крайней мере. О, могилка. О, еще одна. Видишь, как спрятаны они постоянно. Ну, хотя бы подсвечиваются, да, вот каким-то цветом. И то радует. Потому что если бы не подсвечивались, было бы гораздо тяжелее. Вон там сундучок даже спрятали от меня. То есть я сейчас сделаю раз. Сделаю два. О, здесь даже еще один сундучок. Видишь, мы нашли 2 сундучка буквально из-за того, что нашли 1. Лучший лут. Увеличен шанс дропнуть здоровье, действует только при улучшенном луте. Окей, хорошо. Допустим. Раз, два, три. Готово. Видишь, это не секретное место, это просто место. Вот если бы мы это просто место не нашли, мы бы и на секрет не наткнулись на самом деле. Прикольно. Так, а здесь что? Здесь я тоже был. Но здесь же ничего нету больше. Здесь же больше ничего нету. Да уж, непонятно. Скелетончики бегают. О, проход. Я его, кстати, не заметил. Его я, кстати, не заметил. Критический урон от меча. 5% шанс. Вот это нормально. То есть, если будет какой-нибудь сильный босс... Вот здесь тоже какой-то проход. Вот, блин, не замечаешь вообще. Вообще не замечаешь. Проходишь мимо, да? И не смотришь назад. Теперь, да, гораздо быстрее наносим урон. Удар, точнее. Тык. Здесь тоже проход какой-то. По-любому здесь тоже пропустил. Ну, вот, можно наверх-то забраться, а? Дайте посмотреть. Дайте посмотреть, что там такое. Эй-эй. Нет, там не запрыгнуть. По крайней мере, с таким количеством прыжков, как у меня, действительно получится. Вон там, там тоже что-то есть. Видишь, наверху. Ну вот вопрос, как туда забраться? Нет. О, кнопка. Кстати, здесь не был, получается. Это единственное место, где я не был. Именно в этой локации. Я понял, что мне нужно. А-а-а, вот, видишь, что нужно. Поставить блок. Пипец. Тогда до меня не дошло. А у меня тогда и блока вроде бы не было. Потолок регенерации. Увеличивает регенерацию на 5. Но только если у тебя и уже есть регенерация здоровья. Конечно, есть. У меня уже давно она появилась. Вы о чем это? Вы сейчас серьезно или обманываете, шутите? Так, смотри, опять. Эти штучки.
Этого чувачка завалили? Завалили. Или завалили. Ничего себе, он пуляется. Да господи, откуда вы беретесь? Кстати, я там монетки не взял почему-то. Да отвали ты от меня. Что ты пристал? Ну-ну-ну-ну. Отлично, вроде бы. Воу, е. Мы справились. Я не знаю, попробовать, не попробовать. Сюда поставить опять эту штуку. Может быть, там еще что-нибудь будет. Давай, кстати, вот эту могилку тоже захреначим. А что это не запрыгнул? Воу, я понял. Если прыгаешь постоянно, то он все выше и выше прыгает, да? Я правильно понимаю? Да, действительно. Или нет? Или чем выше ты прыгаешь? Ой, короче, ничего не понятно. Сейчас разберемся. Сейчас попытаемся, ребят, сейчас попытаемся разобраться. Так, давай... А, так он не будет работать, если я кубик уберу. Вот хочется кубик убрать, вот честно, хочется. Эта штука тоже не работает, непонятно, как ее активировать. А, точно. Нужно же стрельнуть, и все. Ой, да что еще было? А что мы активировали сейчас? Вот там что-то мы попали, активировали. Ой-ой. А вот что, непонятно. О! Пугает. Пугает больше, чем представляет опасности. Я не попал, походу. Да куда? Да за что? Нет! Обратно. Блин, вот случайно. Из-за того, что целюсь, не замечаю. Ну давай попробуем, хоп. Активировалось, ура, аллилуйя. А навсегда? Нет, ну на секунду активировалось. Давай проверим. Проверим сейчас. То, о чем я думаю. Смотри. Встаем сюда. Стреляем сюда. Офигеть, да? Это ж надо догадаться еще до этого. Просто пипец. Я просто не знал, что они отбиваются. Я думаю, никто из вас не знал. Пока не стрельнешь, не узнаешь, как говорится. Не знаю, есть ли там что-нибудь сверху еще, если попрыгать здесь. Мне кажется, вот здесь где-нибудь будет какой-нибудь секретик. Между скалами. Но пока что что-то ничего не появляется. Не-не, здесь нет тогда получается. Деньги есть, бочек нет. Где эти бочки брать, непонятно. Может быть, они мне попадались уже на глаза, но я их не подбирал, потому что... Не обращал. Не обращал внимания. Вот как-то так, ребят. Надо будет еще опять-таки туда сходить. Там, где я уже был. Но все равно еще раз ходить будет не лишним. То у меня уже денег практически полное количество. До максимума. О, кстати, во! Что это такое? Тоже непонятно. Сейчас надо будет с этим разобраться обязательно. И уже смотреть, как туда можно забраться. Может быть, действительно можно. Так. Ладно, ребят, давайте на этом закончим. Надеюсь, вам понравилось. Если да, обязательно ставьте лайки, пишите комментарии. Не забываем подписываться в паблик ВКонтакте. Ссылка в описании в шап-канал. Это была игра Supraland. Очень даже интересно. Очень много всяких интересных головоломок и всего остального. И вообще сюжет сам по себе и мир. Движок. Мне все нравится. Надеюсь, вам тоже. Дайте мне знать, если это так. С вами был Лекс. Спасибо всем за просмотр. И всем добра.